На бывшего мэра Избербаша Амира Магомедова завели уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет по Дагестану. По версии правоохранителей, 5 лет назад Магомедов бесплатно и без проведения аукциона передал местной жительнице земельный участок площадью 450 квадратных метров. Своими незаконными действиями экс-мэр причинил ущерб бюджету муниципалитета в размере более 1 миллиона рублей.